Как возникают отцы-одиночки? Этот вопрос стал предметом исследования нашей социологической группы. Группа опросила 35 мужчин, в результате чего выявила процесс превращения молодого человека в отца-одиночку. Как один из примеров, приводим историю Анатолия Шумаева, 1938 года рождения. Вот что рассказал нам Слава С. Так просил называть его Анатолий Шумаев. Слава, расскажите нам, пожалуйста, как с вами это случилось? Сюда, пожалуйста. Я познакомился с Клавой К. случайно на улице. Она подошла ко мне и предложила познакомиться. Я тоже отказался, потому что это не в моих правилах знакомиться на улице. Неожиданно выяснилось, что у меня свободный вечер, а у него два билета в кино. Я согласился. Ну, потом мы, когда я провожал ее домой из кино, она меня захотела поцеловать в парадном, в этом, в подъезде, в подворотне, по-моему. Я, конечно, тут же хотел, маленький, ну что, прекратить знакомство, но не хочет. Прекратить знакомство, но оказалось, что у него есть, значит, мотороллер, а она играет в джазе на электрогитаре. Очень интересный человек, в отличие от тех, которые обычно пристают к нам на улицах. Ну вот, а потом мы еще встречались раза три, четыре, раза два. Вот, и в субботу она пригласила меня к себе домой. Вот теперь, через некоторое время, Клава сказала мне, что я, очевидно, буду папой. Но я разволновался, расплакался и сказал, что если она честный человек, она обязательно должна выйти за меня замуж. Но тут неожиданно выяснилось, что просто она не хочет обременять себя семьей, и что я еще раньше должен был думать о последствиях. Ну, вот, понимаете, так я стал отцом-одиночкой. Простите, у вас кто, мальчик или девочка? Мальчик, Дима. Ну, вот папа, мой отец, очевидно, прав, когда предупреждал, говорил мне, что, очевидно, нельзя довериться девушке, прежде чем она выйдет за тебя замуж. Все, что... Все, что случилось со мной, могло не случиться. Если бы школа еще с детства воспитывала в нас мужскую честь и гордость.